Привет всем, меня зовут Борисенко Александр, и сегодня я вам хочу рассказать о веревочной головоломке, которая называется кокос. Есть два варианта данной головоломки. Первый вариант без вот этой сферы, которая объединяет две веревочки, две петельки. Ну, естественно, этот вариант. Этот вариант, он сложнее, немножко сложнее, но принцип решения у них одинаков. Наша задача переместить один шарик на вторую петельку, то есть сделать так, чтобы оба шарика были на одной петельке. Данная головоломка относится к виду веревочных, их еще называют путаницы. О головоломке все, а дальше я хочу вам рассказать, как ее решать. Внимание, данное видео, то есть решение данной головоломки предназначено для тех, кто совсем уже отчаялся в ее решении, ну просто не может ее решить. Всем же я рекомендую немножко повозиться с этой головоломкой день-два, для того, чтобы она дала эффект развития. То есть вы немножко понапрягаетесь, поищите пути и в то же время получите удовольствие от того, что вы ее решили, а не посмотрели, как ее решать. Итак. Для тех, кто ее не решал, можете уже выключать, и приятного вам решения. А для тех, кто уже отчаялся и хочет убедиться в том, что она решается, welcome, смотрите. Итак, что мы делаем? Обратите внимание на вот эту вот петельку. Для того, чтобы ее развязать, нам нужно ее подготовить. То есть мы берем эту петельку, вытягиваем, обводим вокруг дощечки, вот так вот. Оп. И видим вот такую картинку. Видите, да? Теперь, по сути, вот этот шарик будет перемещаться по веревочке вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда. Так как нам сделать этот путь коротким? Очень просто. Мы тянем за эту петельку. Вернее, за две веревочки. И вытягиваем нашу петельку. Вот. Нам нужно сделать немножко посвободнее, чтобы петелька вытянулась. Вот. Мы вытянули веревочки из дощечки. Теперь наша задача продеть эти веревочки в сферу. Сейчас мы еще сделаем посвободней, подлиннее. Вот так вот. Так. А теперь продеваем через сферу и вынимаем необходимую нам петельку. Вот. Вот так. Делаем достаточно вытягиваем эти веревочки для того, чтобы прошла сфера. И посмотрите. Наш шарик спокойно проходит. Теперь мы можем все возвращать на место. Вот так вот. Раз. Два. И снова продеваем через дощечку. Вуаля! Вот так вот. Спасибо вам за внимание. Решайте головоломки, решайте сложные задачи. Развивайтесь, и да пребудет с вами сила интеллекта. Пока!